О нет, друзья, у меня важные новости. Мои ролики смотрят всего лишь 50% без подписки. Ну и ладно. Вау, очередной мир страдает от демона. Так, сложность с ранга, поэтому нужен танк. Нет? Да-да нет? Превосходно, хил тоже сойдет. Я так рада. Да-да, свали уже. Нахуя я сюда пошла? С-ранг это значит то, что хай-левел тиммейта могут слить. Кого же призвать? Я могу призвать лишь одного. Сузуки, Сасаки, Наруто, Ичига, Тайотапа. Кого выбрать? Чё? У него лол экспа? Донатер что ли? Техника призыва! Вам повестка! Я рестарта. Богиня из мира, мне похуй. Если ты богиня, то чё сама не спасёшь мир? Попробуй сказать статус. Property. Чё? А теперь можно на русском? На лоу левеле хп норм, противник не ваншотнет, мана медиум, антимаг урон. Ладно, речь заслуживает немного доверия. Скажи статус. Ну, пожалуйста. Походу, пока я не скажу, она не отъебётся. Ладно, погнали. Отказываю. Чё? Чё ты сказал? Ты хуже саппорта, ты не можешь спасти мир, потому что бесполезно как аква? Надо подкачаться. Он конченый, он отжимается, чтобы поднять экспу. Он бы мог убивать противников, чтобы вкачаться быстрее. Сая, я принесла тебе еду. Может, будешь стучать перед тем, как входить? Прости. А, стоп, это же мой дом. Ешь первое. Вдруг эта еда отравлена. Когда будешь готов, позвони мне. А вдруг это бомба? Уверена, через день он позвонит. 2000 years later. Когда он позвонит? 15 лоу. В идеале я бы хотел докачать уровень до максимума. Ты всю жизнь решил в этой комнате провести? Я пошел отсюда! Меня нет больше! Я пошел кидаться под колеса! Добро пожаловать. Возьму эту броню, 3 комплекта. А ну стопэ, нахера тебе столько брони? Нет, нужно. Первую носить, второй запасной, третий запасной, если потеряю второй запасной. Бронеманьяк. Мне, пожалуйста, 300 дымовых гранат, 500 хилок и 3570. Смотри, как могу. Голосование. А вот и монстр. Где-то опасный, лол 30 минимум. Ты серьезно? Его можно убить мизинцем. Выкуси! Атомное рассечение! Здорово, можно к вам в тиму? Ты же генерал демонов. Нет, врешь. Я не вру, я наебываю. Нам не справиться с ней на первых уровнях. Чё будем делать? Чё? Он свалил! Стой, ты чё меня кинул? Открывай портал, пока она нас не ёбнет. Назревай, перс. Чуть не померли. Сэя? Из того, что я видел, она куда сильнее слизи. Иди погуляй, у меня очень важные дела. Теперь я полностью готов. Когда я открываю портал... Ты совсем тупая или да? Если я появлюсь в городе, она убьет его NPC. Выкуси! Полет Шизика! Ура! Мы победили! Отвали. Вообще-то я победил. Ты мне даже не помогла, Аква. Вы наш спаситель. Как нам вас отблагодарить? Я еще не закончил. Торговец горит. Остановись, ты всех убьешь. Адское низвержение. Извините, вы спасли наш город и все так закончилось. Это мелочь, но может пригодиться. Оба, деньги? Тут меньше, чем я ожидал. Дай денег. Это последние копейки. Возвращаемся в мир богов. Когда враг узнает, что генерал убит, знамя отправят противника посильнее. Ты рофлишь? Мы там недавно были. Опять вернулся для тренировки. Зачем? Он же убил генеральшу демона. Название аниме прочитай. Лучше перестраховаться, чем героям обосраться. Безумно можно быть первым. Здорово, бандиты. О, это же тот самый Сэя. В общем, у меня проблемы. Я перестал получать экспу. Тебе нужен учитель. Пошли к Сэрсэю качаться. Смотри, малой, поддаваться не буду. Сэрсэй, вы в порядке? Тихо, я от него прячусь. Рестарта, это твой герой больной. Этот больной ублюдок заставлял меня тренироваться без перерыва. Он просто машина. Вот вы где, я вас везде ищу. Подготов очка прошла успешно. Куда все съебывают? Скоро на город нападет нежить. Значит, нам нужна святая вода. Покупайте сколько хотите. Окей. Мне 1570. Идем искать Тиму. Наконец-то. Тут уже собрались драконорожденные.
Как ты узнал, что он нежить? Хз, я просто так пылил. А ты неплох. Нужно его добить. Он еще жив. Бежим! А ты силен, я Маш. В моих жилах течет кровь дракона. Я Эрр, подруга детства Маша, дракона рожденная. А как вас зовут? Мне похуй. Топовое имя? Тыров лишили, да? Чего вы так пялитесь? На удивление, статы самые обычные. Не хотите их взять в тиму, Сэя? Валите. Чё? Теперь еще раз объясни, зачем мне их брать в тиму, если я в соло ваншочу хай-левел противников. Сэя, флай? Я качнул флай. Ладно, давай. Снова кинул меня! Я тебя догоню. Хай, я вкачал этот скилл до максимума. Для короля демонов, конечно, неплохо, но у меня есть козырь. Тень? Чё за... Это же... Думаю, я вынес всех, но пущу еще один. Ты в порядке, Сэя? На скилл ушло много маны. Мне нужно передохнуть. Хорошо, возвращаемся. Он использовал два суперскилла подряд. Наверняка его мана почти закончилась. У меня было всего 15 тысяч маны. А осталось всего лишь 13,5 тысяч. Чего? Маш пропал, уже 2 дня прошло. Здравствуйте, я Наташа из компании Oriflame. Открывай первый, тебя не жалко. Я вас ждал. Знаете, очень неприятно, когда твою армию уничтожают, которую ты делал вручную. Помогите, он заставляет меня руинить катки в доте. Риста, открывай портал. Ты здесь главная карга. Мне нужно телепортироваться к моему тиммейту. Куда, говорите, вам надо? Блять, выходи оттуда, сука, убью нахуй, блять! Маш, ты как? Отлично, как новенький. Я бы даже сказал, на рассвете своих сил. Что это? Это лучшее мое творение. Вам не, меня не победить! Так, остался десерт. Давай, удачи, Сэя. Прошу, будь моим учителем. Пока носишь мои вещи, будь кем хочешь. Я бы хотел показать одно интересное место. Согласно истории деревни Накаши, 16 лет назад спустился дракон, и он принес в этот мир меня и Эрру. Там можно получить топовый лут. Отлично, выдвигаемся. Но сначала отправимся в другое место. Его нигде не видно. Обычно в это время он всегда в столовой. Господин Сэрсэй! Ты чё тут вытворяешь? Всё-таки нашли. У меня к тебе дело, Сэрсэй. О чём ты? Я об этом. Нет, нет, я не хочу! В этот раз ты будешь учить не меня. Отлично, за дело, юнец! Я научу тебя всему, что знаю сам! Так, малых в детский сад отвёл, теперь нужно мне с кем-то потренироваться. Кажется, он просто хотел найти имняник. Это валькирия сильнейшая в мире богов. Ни в коем случае не проси её... Слышь, хуйня! Ёб твою мать, Сэя! Это богиня войны, Аданелла, и она может помочь тренировками. Может, ей лучше помочь. В смысле? Вызвать скорую, например. Не ожидал увидеть вас в таком месте. Он пригласил меня. Я хотел пообедать вместе, и чтобы он дал мне пару советов. Мне пора на тренировку. И что он тебе сказал? Помни, Маш, не забывай предохраняться. Спасибо за тренинг, дед. Может, и выгляжу на 60, но в душе мне 18. Добро пожаловать. Стой, Сэя, это обычные гномы. Ответь на вопрос, Маш. Сколько нам понадобится факелов? Ну, где-то 15. Нам нужно как минимум 500. 5, пожалуйста. А вот это самая пещера, через которую мы сможем попасть в нашу деревню. Тут дверь. Мы были рождены, чтобы открыть эту... Здравствуйте, герои драконорожденные. Подойди, Маш, я дарую тебе великую силу. А Эрру должна сдохнуть. Она все равно бесполезна, как Аква. Ой, я это вслух сказала. Хайм в честь пожертвования. Бля, спину защемило. Ну чё, сучара, го ПВП или засал? Герои, нам срочно нужна ваша помощь. Ха, мухи, вы серьезно? Я уничтожу этот мир. Недавно я видел богиню крылья. Если может летать, значит и сражаться может. Богиня хиллер. Она не сражается. Сэй, спасибо, что... А если точнее, она бесполезна прям как Аква. Мне нужно научиться стрелять из лука. Лети прямо к ним, Аква! Ага. Стоп, как ты меня назвал? Я уничтожу этот мир. Есть пробитие. Герой, тебе нужна наша помощь? Пошли мы, короче. Дело сделано. Теперь можно... отдохнуть и развлечься. И как же? Спать пойдем в гостинице. Вау, ну ты там в руках себя держи. Что здесь произошло?
Здравствуйте, герои. Я один из генералов армии демонов. Я обосрал эту броню. В общем, ты не наденешь ее теперь. Жизнь за Нерзула. У него статы больше моих. Съебываем. О, бля, я смертельно ранен. Скорее покажи рану. Ты серьезно? Скилл 8 лет. Плохой приемчик. Научишь меня? Это у вас так тренировка проходит? Ну да. Как еще может? Стрельнуть раз в год. Да, ну у этого скилла есть дебаф. После каждого использования он превращается в пиздюка. Уважаемый, у меня есть ограниченная серия травы. Если она редкая, я беру все. В общем, моему отцу осталось недолго. Отговорите его от похода к королю демонов. Слышь, старпер, отъебись. Ладно, пошли хоть храм покажу. Извините, герои, но я на стороне короля демонов. Он обещал, что я в пиздюка перестану превращаться. Fight! Finish him! Но как? Я же получил силу демона. А я ГГ, и чё? Вы не знаете, где Сея? Он пошел в одиночку на короля демонов, чтобы вы все не умерли. Пошли поможем Сея. Скилл 8 лет. Выйди отсюда, разбийник. Блять, он дважды завязал ульту. Читерский хил. Можешь меня не хилить, я все равно помру. Сая, что ты? О, топовая рисовка. Помогите. Просто помогите.